друзья, вы находитесь на канале Пирофокс. Сегодня я вам покажу, как получить калиевую щелочь, ну или гидроксид натрия. Для этого нам с вами понадобится сульфат калия. Вот, сульфат калия 99,5%. Ну, а также гидроксид кальция. Я взял 78 грамм гидроксида кальция и 68 грамм сульфата калия. Итак, берем емкость, насыпаем сюда сульфата калия и теперь начинаем засыпать гидроксид кальция. Итак, я все пересыпала. Желательно, чтобы все быстренько растворилось и прореагировало, я добавлю сюда горячую воду. Итак, ну и теперь заливаем воду, чтобы сульфат калия прореагировал с гидроксидом кальция, в итоге образовав нам нужный гидроксид калия и сульфат кальция. Сульфат кальция – это гипс. Давайте я подожду, когда жидкость полностью прореагирует. Думаю, оставить ее достаточно надолго. И думаю, что вся калиевая щелочь в скором времени выделится. И мы с вами дальше будем фильтровать этот раствор. Итак, дорогие друзья, теперь давайте профильтруем наш раствор. Я буду фильтровать через синтетическую вату. Можно взять обычную вату, либо нормальный фильтр. Итак, начинаем фильтровать. Раствор вот отстоялся. Заливаем сюда нашу жидкость. И ждем. При фильтрации у нас будет в фильтре оставаться не растворившийся сульфат кальция или гидроксид кальция. Итак, как видите, фильтр реально работает, капельки капают, раствор чистенький. Ну и буду ждать, когда весь раствор отфильтруется. Итак, дорогие друзья, прошел день, я профильтровал полностью весь раствор, как видите, он такой прозрачненький. Вот, на дно выпали небольшие кристаллы гидроксида калия, потому что фильтровал достаточно долго, всю ночь фильтровал раствор, тем более водичка была холодная, поэтому выросло небольшое количество кристаллов. Давайте я возьму небольшую емкость, нальем сюда, дорогие друзья, нашего раствора, и я вам покажу, как данный щелочный раствор реагирует с алюминием, с алюминиевой фольгой. Итак, давайте возьмем небольшой кусочек фольги, вот, свернул небольшую такую вот пластинку, бросаем и ждем начала реакции. Как вы видите, кусочек начинает растворяться с образованием водорода. Давайте бросим еще пару кусочков. Я одел маску. Сейчас вам покажу, кстати, докажу, что выделяется реально водород. Так вот. То есть идет реакция, выделяется водород. Вот такой вот видеоролик получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Используйте средства индивидуальной защиты, так как вещества все эти достаточно опасные. Вот. Я получала гидроксид калия для получения других калиевых соединений. Например, нитрата калия, карбоната калия. Про них у меня будет в скором времени видеоролики. Так что нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видеороликов. Всем пока-пока!